Привет, ребята! Две посылочки ко мне пришло. Давайте покажу, что в этих посылках довольно интересно. Начнем, пожалуй, с этой коробочки. Довольно прикольно упаковано. Мы видим здесь ролл монет. 65 лет победы Великой Отечественной войны. 41-45. Действительно, это ролловое состояние, сохранность этих монет, 50 монет. Вот такая первая посылочка. Давайте смотреть, что дальше. Я даже не знаю, с какой стороны подойти к этому. Что здесь у нас прибыло из монет. И тут довольно много разных монеток. Гривна 2010-го. Штемпельный блеск 2001-2010, все, что нужно. Тут у нас 2010, те гривны, которые непосредственно пойдут в альбом в штемпельном сохране из роллов. Вот они, собственно, вот так вот они и выглядят, ролловые, ну, либо мешковые в штемпельном блеске, видите. Сейчас я, конечно, более детально покажу все монетки, так что продолжайте смотреть. Что вот сейчас смотрю монетки, которые ко мне приехали от одного продавца. Он занимается тем, что там собирает роллы, я так понял, непосредственно мешки с монетами. Ну, довольно несколько монет в приличном прям состоянии. Я бы сказал, штемпельный блеск присутствует. Хотя, честно скажу, ждал я немножко большего от заявленных непосредственно монет со штемпельным блеском. Ну, какие-то микроудары я вижу есть. Тут как будто вообще подшлифовка у этой гривны. Давайте посмотрим еще другие. В целом состояние, которое вот на этих монетах, оно довольно прилично, и можно положить в папку, в коллекцию данные монетки. Здесь нет юбилейных монет, здесь тех, которые посвящены событиям. Это обычная обиходка. Ну, обиходка та, которая в хорошем состоянии, скажем так, даже я бы сказал, висит на хорошем, без каких-либо проблем. В блеске 2004 я прямо так вот пока не встречал, чтобы подержать в руках, посмотреть, как выглядит монетка в штемпельном блеске. Ну, в состоянии и там из мешка. Вот, например, не знаю, как камера передает. 2005. Здесь мы можем отследить, да, как штемпельный блеск бегает. год. Конечно, приятно в руках держать такие монеты со штемпельным блеском, видно, как луч света проходит. А по цене я оцениваю в 60 гривен в штемпеле 2001 год. Вот мы можем посмотреть, как она переливается, как раз в альбом пойдет. И дальше я покажу вам другой формат, другой год, это 2003, тоже она в штемпельном блеске. Я бы оценил ее, ну, гривен в 50, скорее всего. Давайте посмотрим теперь ролловый сохран. Вот, например, у меня есть ролл 50 гривен, монеты 1 гривны. А сейчас я покажу вам ролл монет 65 лет победы в Великой Отечественной войне. На самом деле не так легко достать этот ролл, потому что, ну, во-первых, уже довольно много прошло лет, и эти монеты, конечно, разрывались в банках и, скажем так, уходили в оборот. Это ролл уже, кстати, как раз разорванный с маками.
Я, честно сказать, для чего он разрывался? Для того, чтобы положить в альбом. Вот так вот хранятся вообще сами по себе роллы в запайке. Там даже целые планшеты такие довольно большие. Но в целом я не рекомендую разрывать именно ролл, потому что его дороже можно будет продать непосредственно вот так вот. На самом деле, смотрите, я вам сейчас покажу монету. Гляньте, как думаете, какой год? Монета тоже в штемпельном сохране. Напишите сейчас в комментариях, какой год. Это, на самом деле, 96-й год. Очень старая монета, можно так сказать, да? И 96-го года в отличнейшем состоянии. Я попрошу вас не путать, когда монеты идут натертые, пастой Гои, помытые, или в хорошем штемпельном состоянии. Вот я сейчас, кстати, показываю в сравнении уже с другой монетой. Как думаете, какой год? Ну да, сейчас вы увидите. Да, это 2001 год. И штемпельные монеты, конечно, по-разному выглядят, потому что у них разный формат, состав металла. Но вы должны отличать, как выглядит монета 96-го года в штемпельном состоянии, не натертая. Вот так вот я ее сейчас показываю. И 2001-го. Вот, на самом деле, сейчас, я думаю, у этой монеты будет рост цены однозначно, потому что небольшой у нее тираж. Но, к сожалению, рынок наводнили монетами этими 95-м, 96-м, поэтому немножко цена просела. Но в целом, я думаю, цена у нее будет потихоньку повышаться, потому что это очень, скажем так, ценная монета в коллекцию. Друзья, если вам было интересно посмотреть на монеты, поставьте, пожалуйста, лайк на монеты вот в таком замечательном состоянии. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!